Дорабаларым доғаттар. Үте күнінен. Здравствуйте, друзья! Добрый день! Беги, төрөбіт тілбітін өреттен ехебіт. Мы продолжаем наши занятия на родном языке. Бүгін хаңарсығы ақпыт кихи хағын тұхунан. Тема сегодняшнего урока – возраст. Игилле өйдө хаңалары. Слушайте и запоминайте слова. Хас, хас, возраст. Хахылого, хахылого, новорожденный. Ого, ого, ребенок. Хиниль, эдер. Хиниль, эдер, молодой человек. Кыс ого, кыс ого, девочка. Ол ого, ол ого, мальчик. Кыс, кыс, девушка. Ол, ол, парень, юноша. Эркихи, эркихи, мужчина. Дяктар, дяктар, женщина. Хастак дяктар, хастак дяктар, пожилая женщина. Хастак эркихи, хастак эркихи, пожилой мужчина. Огоньор, огоньор, старик, дед. Эмексин, эмексин, старуха, бабушка. Аны оңорокпут предложения ларда игилле кайда хаңарарбытын хаңалары. А сейчас составим предложение. Слушайте, как произносятся слова. Хахылого улатта. Хахылого улатта. Младенец подрос. Тусталлар хиниль оголор. Тусталлар хиниль оголор. Молодые ребята соревнуются. Эмчитке келле хастах дяктар. Эмчитке келле хастах дяктар. На прием к врачу пришла пожилая женщина. Кырдягастары кылылаң. Кырдягастары кылылаң. Уважайте пожилых. Олар буттар эбит, огоньору кытта эмексин. Олар буттар эбит, огоньору кытта эмексин. Жили-были старик со старухой. Эн касхаста кыны. Эн касхаста кыны. Сколько тебе лет? Он алта бола илик. Он алта бола илик. Еще нет 16. Бүгін беги, хаңырысты быт. Хас, кихи хағын тұхунан. Сегодня мы поговорили о возрасте. Урок путь бүтте. Нятяскан доғыттыр. Урок закончился. До свидания, друзья.